Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. А город подумал, учения идут. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения в Рязани самолета Ил-76. Платежный сервис без комиссий. Расскажем о сервисе СПБ. По факту падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Рязани возбуждено уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса. Нарушение правил полетов военных летательных аппаратов или подготовки к ним. Об этом пишет издание «Коммерсант». По данным Минобороны, экипаж Ил-76 выполнял учебно-тренировочный перелет из Оренбурга в Белгород. Груза и пассажиров на его борту не было, только сдвоенный экипаж из 9 человек. Самолет совершил промежуточную посадку на военной авиабазе Дягилево для дозаправки, а в 3 часа ночи продолжил полет в Белгород. Сразу после взлета рязанский диспетчер заметил, что правый двигатель машины горит. Сообщил об этом экипажу по радиосвязи, но не получил ответа. В итоге управляемого падения 4 человека погибли, 5 были доставлены в лечебное учреждение Рязани. Впоследствии в ОКБ Рязани скончался еще один из пилотов. Предварительной причиной катастрофы в Минобороны назвали неисправность двигателя транспортника. Впрочем, другие версии, включая попадание птиц в двигатель, тоже не отвергаются. Прошедшие выходные вообще были травмоопасными. Судите сами. 21 ДТП, больше 20 пострадавших и двое погибших. И статистика эта от ГИБДД еще не полная. В ней еще нет сгоревших машин и тех, кто съехал в кювет. Улица Полетаева перестает быть спокойной для водителей. То на ней устроит аварию человек без прав, то рязанка на Хендае решит не пропускать Форд Фокус. Как результат, авария с пострадавшими. Впрочем, ушибы в аварии получила только автоледи из Хендай. Ей оказали медпомощь. И это не единственная авария, заодно только в воскресенье. 26 июня, приблизительно в 6 утра, в городе Рязани на 186-м километре автодороги М5 Урал 27-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, по предварительной информации не справился с управлением и совершил наезд на мачту уличного освещения. В результате происшествия 26-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась при доставлении в медицинское учреждение. Водитель и еще двое пассажиров данного транспортного средства в возрасте 27 лет и 28 лет получили травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. А это уже видео, которое сняли очевидцы на улице Элеваторной в то же злополучное воскресенье. 21-летний водитель не справился с управлением. Предварительная версия – разогнался больше положенного. И авто съехало в Барский пруд. С сотрясением головного мозга и резаной раной левой голени водитель доставлен в ОКБ. По информации портала Я-62, у него и вовсе не было прав. А это кадры из деревни Наумова. Там ситуация произошла аналогичная. Причем все так же в воскресенье. 67-летний рязанка за рулем Ниссана в какой-то момент потеряла управление. Съехала в кювет и опрокинулась. Так предполагают сотрудники госавтоинспекции. Женщина получила травмы. Ей оказали всю необходимую помощь. В области произошло 74 дорожно-транспортных происшествия с причинением материального ущерба автовладельцу. Инспекторами дорожно-патрульной службы госавтоинспекции выявлено 17 745 нарушений правил дорожного движения. В том числе 25 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, 6 водителей отказались от прохождения освидетельствования на данное состояние. 8 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. Нарушали и водители общественного транспорта. За выходные таких нарушений выявили 6. Больше у мотоциклистов 32. Но победили все же пешеходы с отрывом в одно нарушение. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 1 июля в России заработает онлайн-база о злостных нарушителях ПДД. Она будет называться «Витрина данных ГИБДД». Соответствующий приказ МВД размещен на официальном интернет-портале правовой информации 24 июня. В тексте документа говорится, цитата, «ввести в эксплуатацию с 1 июля 2022 года в составе ФИС ГИБДД М подсистемы «Оперативная выборка данных», «Надзор ГИБДД» и «Витрина данных ГИБДД». Эта самая витрина данных даст возможность проверять водителей на предмет, как часто они нарушают правила и лишали ли их когда-либо прав. Это затронет также и каршеринговые компании, агрегаторы такси и иные организации, допускающие граждан к управлению автомобилями. В базу внесут всех нарушителей, как граждан Российской Федерации, так и иностранцев.
Партнер программы «День города» – выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное, свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер» у центрального входа. В Рязанской области изменился размер региональных выплат. Об этом сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты населения. Размер выплат изменился с 1 июня этого года. Речь идет об отдельных ежемесячных выплатах семьям с детьми. Причиной роста стало увеличение регионального размера прожиточного минимума для детей. На 10% увеличился размер выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка. Раньше было 11 300, теперь почти 12 500. Выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет осуществляются в следующих размерах – 6 200, 9 300, 12 400 соответственно. А возбуждение производства без пристава и больше никаких ошибок. В законодательство, регламентирующее службу судебных приставов, внесли несколько изменений. Подробности далее в сюжете. Теперь исполнительное производство открывается автоматически. Для этого даже не обязательно участие судебного пристава. Работает это так. Допустим, человек просрочил платеж по штрафу. В таком случае информационная система ГИБДД и ФССП автоматически обменивается данными, а исполнительное производство откроется в течение 3 дней. По информации СМИ, схема такая заработает позже. С того же 20 числа в силу вступил другой важный закон, который решит проблему ошибочной идентификации должника. Кстати, также автоматически ограничения будут снимать. Это даст возможность избежать, например, неприятных ситуаций в аэропорту, когда должник внезапно узнает о запрете выезда. Эксперты говорят, что новшества устранят непредусмотренное увеличение роли пристава в исполнительном производстве и сопутствующие коррупциогенные факторы. Законом внесены изменения в процессуальное законодательство и федеральный закон об исполнительном производстве, согласно которым в заявлении о выдаче судебного приказа, судебном приказе, исковом заявлении или исполнительном документе должен быть указан один из дополнительных идентификаторов должника, такие как СНИЛС, ИНН, УГРН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения. Федеральный закон наделяет судебные органы правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения. То есть ситуации, когда вместо одного злостного неплательщика страдает другой невиновный человек, теперь исключены. По крайней мере, так и обещают в управлении. Тем более, что если сейчас пришлют исполнительный документ без дополнительных сведений, то его просто вернут обратно на дооформление. И это не единственное изменение в законодательстве. В соответствии с положениями нового закона предусмотрена возможность автоматического вынесения процессуальных документов в тех случаях, где возможно безусловное принятие таких решений. В частности, речь идет о возбуждении, отказе, приостановлении, прекращении или окончании исполнительного производства, отмене ограничений и запретов для должника, снятии арестов, предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения требований, отмене взыскания на денежные средства, заработную плату и иные доходы должника. Еще одно важное изменение касается единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Теперь ее будут использовать для информационного обмена с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество. И это еще не все изменения текущего года, заверяют в ведомстве. В скором времени нас ожидают новые известия. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Система быстрых платежей – сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных. Комиссии за такие переводы низкие или вовсе отсутствуют. Герман Гущин продолжит. В наши дни банковская карта, и даже не одна, есть практически у каждого, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. Пластиковая карта не занимает много места. Ею можно мгновенно расплатиться практически в любом месте. На кассе в магазинах, в кафе, на заправках и даже в общественном транспорте. В Рязани карт на руках тоже в избытке. В Рязанской области на сегодня выпущено чуть более 2 миллионов карт различных. И если мы считаем на общую численность жителей нашей области, то получается, что у каждого, включая детей, ну там и пожилых людей, практически есть по 2 карты. Рязанцы пользуются достаточно часто, объем операций вырос чуть более чем в 2 раза. И средний чек по конкретной операции, в основном это оплата товаров и услуг в торгово-сервисной сети, средний чек составил 755 рублей.
Оплата через систему быстрых платежей просто по номеру телефона – самая популярная нынче услуга. Причем, если к одному номеру привязаны счета в разных банках, система быстрых платежей позволяет выбрать нужный вариант перед переводом. Оплатить покупку в магазинах можно также с помощью QR-кода. Просто отсканировать его в приложении банка. Если вы сейчас в торгово-сервисной сети осуществляете платеж через систему быстрых платежей, то это платеж через QR-код, и в данном случае вы картой просто не пользуетесь. То есть вы осуществляете платеж при отсутствии карты. Также рязанцы стали все реже снимать наличные. Число таких операций снизилось почти на 6%. На сегодня держатели карт обналичили более 136 миллиардов рублей. В нашей области почти 30 тысяч различных устройств принимают карты. Это банкоматы, платежные системы и электронные терминалы. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». До 2 июля в Рязани будет работать выставка продажи икры и рыбы камчатской. С момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы приобретают уже полюбившиеся дары Камчатского края. Лето – сезон пикников и отдыха на природе с семьей. Обычно на природу берут с собой мясо, но летнее разнообразие можно дополнить и рыбкой, которую привезли прямо из Камчатского края. На этой неделе рязанцев снова радует своим ассортиментом выставка продажи икра и рыба камчатская. Более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения. Чевыча, палтус, нерка, омуль. Вот все это делали, самый бутерброд. На хлеб намазываешь масло, очень мелко порезываешь, застиваешь, все это великолепно все получается. Рыбку купила, это, ну, горячего и холодного копчения. Приезжают периодически, ну, попадаю сюда, хожу. Я только копченую ем рыбу. Рыбу в Рязань привозят в специальных рефрижераторах. Жара камчатским деликатесам не помеха. Все свежее и натуральное. А еще продавцы делятся лайфхаком, чтобы рыбка сохранила вкус и свежесть. Икру нужно поместить в стеклянную банку, и если вы не собираетесь ее сразу употреблять, можно заморозить. А вот рыбку необходимо завернуть в пергаментную бумагу. Я люблю ее. А почему любите? За что? Ну, не знаю, мне нравится. Вкусно, я ем. И каждый раз жду, когда они приедут, и я у них беру икру. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна, потому что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыбы камчатской расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания. Компания «Город». На этой неделе гостем программы «Городские встречи» станет генеральный директор компании «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов. Речь пойдет о ходе догазификации в нашем городе. У вас есть возможность прислать вопросы, которые мы зададим в программе. Вопросы направляйте на нашу редакционную почту городньюз@mail.ru или по телефону 93 73 79. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 27 июня по 2 июля. ТЦ «Премьер».